Приехали в далекий лес, 50 километров от Смоленска. Сначала съездили в Телеши за 20 километров от Смоленска, посмотрели, что земляника есть, чернику мы не увидели там. Кустики зеленые, ягодок не видно. Поехали посмотреть Гусино, есть ли там, то есть в этих местах клубника, клубничные поля. Их сожгли уже. Ягод немного, но мы с литр набрали немножко. Дождь пошел, это очень даже хорошо. Нам говорили, что дождь будет, предупреждали. Дождь был сильный по всему периметру. От Смоленска до Гусино, это точно. Это мы заметили. А сейчас я посмотрю, есть ли нынче черника, потому что Жанна из Житомира уже кушает чернику, хоть бы что. А у нас не видно. У нас была такая сушь, что все цветы, наверное, завяли. И черники не будет. Вот здесь даже лисичковые места, но я не надеюсь ни одну лисичку увидеть. Ну вот черничник. Черники не наблюдаются. Здесь огромный-огромный лес. Болота сухие. Не утонешь, как обычно, но черники здесь не видно. Да я думаю, и брусники нынче не будет. Земляники, конечно, много, даже близко к дому. Там ее быстрее найдешь, чем на чужбине в этом Гусине. Ну вот, все. Нет, не все. Пройду дальше. Лес красивый. Очень даже интересно, а вдруг что-нибудь попадется. Но я уже убедилась, что черники нет. Трава, конечно, мокрая. Ходить здесь мокро. Пока Маугли там, мой хозяин, пообедает, я здесь потусуюсь, посмотрю. Намазалась от комаров, но они все равно на меня наезжают. Вот. Очень хорошо в лесу. Сыро, конечно, но я рада, что очень сильный был дождь. Это просто подарок нам, природе, животным. Всем подарок. Классно. Ну что ж, красивый папоротник. Картина Шишкина. Папоротники, освещенные солнцем. Нету солнца, но немножко просвет какой-то есть. Что ж, не буду долго болтать. На этом я заканчиваю. Всем пока-пока и до встречи.